дорогие. Смотрите, манго, новая коллекция. И полным ходом идут скидки. Очень много всяких товаров. Я хочу провести эксперимент и померить однотипные товары в новой и старой коллекции. Давайте посмотрим, что получится. Девочки, для эксперимента, для чистоты эксперимента хочу сказать, что, конечно, я не попаду четко в такую же модель, какая есть в новой коллекции. Но что-то похожее я найду. Вот смотрите, с новой коллекции такая вот маечка. Сейчас померяем из старой коллекции. Тоже с блестящими элементами. Видите? Эта майка стоит 500 гривен. Тут, правда, широкие рукава. Ну, что-то похожее. Мне эта маечка очень понравилась. Видите, здесь совы. Еще какое-то чудо. Потом вот такие вот пчелки, наверное. Очень прикольно смотрится. А здесь у меня, видите, а здесь цветочек и какая-то птица. Она тоже блестит, переливается красиво. Эта майка тоже с новой коллекции. Она стоит 700 гривен. Вот на этой майке из новой коллекции, видите, надпись, все переливается. А вот майка из старой коллекции. На мне эмочка. Тоже там какая-то надпись. Она тоже переливается. Вот рубашка из новой коллекции. Как-то она немножко странно смотрится на мне. Ну, не мой фасон. Я уже лохматая 100 раз раздевалась. Эта рубашка стоит 1000 гривен. Видите, она полосатенькая и с вышивкой. Я вот нашла не такую же, но тоже полосатенькая вышивка. Она стоит 700 гривен. Такие рукава у нее с завязочками. Не совсем то, но вы уже понимаете, коллекции не могут повторяться. Ну, тренды, тенденции. Можно так вот на себя одевать такую одежду. Вот полоску еще в старой коллекции есть. Вот такие вот рубашки, блузы, как видите, они тоже в полосочку. Стоит 500 гривен. Есть тоже рубашки полосатые, похожие на эту, что я вам показывала. Ну, конечно, модель немножко отличается. Вот смотрите, в старой коллекции тоже по 500 гривен есть вот такие полосатенькие рубашечки. Вискоза очень приятная к телу. Такой вот рукав с одной пуговицей. По-моему, неплохо смотрится эта блуза, эта рубашка.
Вот в старой коллекции есть такие рубашки тоже. Они стоят, правда, 900 гривен. Даже неплохо смотрится. Такой вот здесь рукав тоже. Еще вот в старой коллекции нашла вот такую тончайшую блузу, легчайшую, с такими разрезами по бокам. Голубенькая, как я люблю. Такой вот рукав здесь, видите, какой тоже интересный. Вот, девочки, в новой коллекции есть такая блуза оригинальная. Видите, какие рукава здесь. Она, правда, полностью синтетикой, прямо сразу ко мне прилипла. Еще недостаток, а, возможно, и преимущество, то, что она очень прозрачная. Смотрите, ух, все видно. Рукава, конечно, замечательные. Она темно-синего цвета. Эта блуза стоит 1800 гривен. Аналога я не нашла. Похожего тоже ничего нет. Она оригинальная, конечно, но имейте в виду, что она из синтетики. Ну вот такая очень спорная блуза, но что-то в ней есть оригинального, интересного, и цвет такой приятный. Вот смотрите, какое платье из новой коллекции. Я вообще давно не носила красного. Может быть, мне надо пересмотреть свои вкусы. Но такое платье, конечно, очень короткое. Надо думать, что вниз одевать. Ну, такой, такая расцветка приятная, но мне кажется, она немножко полнее. Это, может быть, так и надо. Не могу еще понять. Ну, неплохое платье. Видите, какие рукава здесь. Ой, как показать. Ну, вот такие рукава. Оп. В общем, я оккупировала тут эту кабинку. Смотрите, сколько здесь у меня всяких платьюшек, пальто. Все для вас, чтобы вы поразвлекались, и я тоже с вами. Еще вот смотрите, какое платье неплохое. Даже можно сказать, хорошее. У меня и талия появилась, какая-то фигура прорисовалась. Вот такой рукав здесь. Запах. По-моему, очень хорошее платье. Мне нравится. Ну, такое замечательное платье, очень замечательное. Вот смотрите, какой замечательный жакет. Он под замш, такого яркого цвета, очень позитивного. Здесь вот такой пояс есть, можно завязать или сзади завязать, кому как нравится. Так хорошо смотрится, я даже не ожидала.
рукав широкий. Такой мягкий, прямо такая приятная вещь. Присмотритесь, девочки, возможно, кому-то захочется купить такую вот яркую вещь, померить ее обязательно. Красивый, мне нравится, прямо не хочется его снимать. Замечательный. Этот жакет стоит 2600 гривен. Помните, мои дорогие, курс доллара к гривне 1:30. Ну, раз уж начала мерить верхнюю одежду, смотрите, вот такой замечательный тоже, можно сказать. Это как жакет, потому что он очень-очень тонкий. Видите? Ткань. Подкладки нет. И очень-очень приятный к телу. Тоже хорошо так сидит. Ой, что-то мне сегодня все нравится. И это, кстати, старая коллекция. Смотрите, как он неплохо смотрится с платьем. Девочки, давайте заново носить платье. Некоторые в последнее время только в брюках, в джинсах, а платье мы подзабыли. Смотрите, какие они замечательные. Этот жакет на кнопке. Здесь одна кнопочка. И вот такой рукав. Это пальто, жакет стоит 3000, а стоило 5 раньше. Вот такая вот здесь застежка, кнопка. По-моему, замечательное пальто. И в нем есть немножко шерсти и вискозы. Еще здесь есть такое вот пальто, оверсайз, очень свободно, оригинально сделано. Вот это, по-моему, пояс. Ну, вот он пришит там сзади. Возможно, можно и использовать как шарф. Да, оригинально. Кому нравятся такие пальто, такой